Друзья, всем привет! С прекрасным воскресным днем вас! И я сегодня решил проехать один из моих любимых маршрутов вокруг горы Мангуб. И первая остановка – это Новоульяновское водохранилище. Посмотрите, какая красота! Тишина, спокойствие. Правда, иногда приходится, конечно, подниматься пешочком, потому что подъемы в 12-13 градусов, к тому же по таким вот колдобинам, ну, как-то я не вывожу. Но зато тихо, свежий воздух, красота и нет людей. Для Москвы, Московской области, центральной части, европейской части России осенним деревом является клен. Ну, как мне кажется, самым красивым. А в Крыму, мне кажется, осеннее дерево – это скумпия. Скумпия кожевенная. Просто необыкновенное растение. Осенью оно становится и красным, и желтым, и оранжевым. Столько-столько оттенков. И на фоне можжевельников, сосен, выглядит просто шикарное. Ну что, друзья, 15 километров, и я около подножья горы Мангуб. Конечно, она не такая большая, как Кавказские горы, но все равно очень приятно наблюдать такую красоту. Как думаете, может быть, в следующие выходные на Ай-Петре заехать? И еще, если кто-то знает, что за окошки вот там вот в горе, кто там живет? Обязательно пишите в комментариях. Всем прекрасных выходных и большие пальцы вверх!